наступил еще один сезон сбора черных орехов. Они вот сейчас начинают уже спеть. Вот я в городском парке сейчас нахожусь. И собрал где-то килограмма 3, наверное. Вот смотрите, какая у них мягкая такая кожура. Вот. В отличие от грецкого ореха. Вот пальцем продавливается, остается вмятина. Здесь они везде валяются, их много. Никто не собирает. Никому не надо. Вот, пожалуйста, сколько их. Нужно мешками приходить собирать. Это еще и то сейчас, одна треть даже еще не упала с деревьев. Только-только урожай начался. Здесь несколько деревьев имеется черного ореха. Вот это один из них. Они здесь в конкуренции с другими деревьями растут, поэтому такие вот высокие вырастают и мало ветвей, листьев. В данном участке парка в основном растут ели. И среди елей вот черные орехи выросли. Вот еще один этот потолще имеет ствол. Все хорошо плодоносят. В этом парке грецких орехов нет, только черные, поэтому переопыляются именно друг между другом, друг с другом, и каких-то других посторонних примесей нет. Хорошее дерево, красивая кора у него. Посадили их, скорее всего, когда закладывался парк. На вид им сейчас лет 50, наверное, что-то в этом роде, на мой взгляд. Итого собрал я 2 вот таких ящика. Орехи, не сказать, что прям крупные, но средние такие, нормальные. Можно их есть. Там внутри съедобного ядра достаточно. Можно и сажать. Я такими сажал прошлой осенью в огороде. Во многих своих роликах я показывал уже. Они довольно неплохо подросшие сейчас уже. Где-то сантиметров 40 некоторые выросли уже. Эти буду раздавать людям, желающим, бесплатно. Буду и сам сажать, всем хватит. Может, еще соберу, посмотрим. Там еще урожай весь не осыпался. Буду периодически через неделю, через 2 идти и собирать. Про его лечебные свойства я неоднократно говорил. Думаю, кому интересно, почитает. В интернете много информации на этот счет. Он, когда вот только собираешь, он такой мягкий, что даже как антистресс можно его вот так вот мять в руке, как пластилин становится, вот верхняя часть. А внутри, конечно, он довольно твердый, скорлупа в несколько раз толще, чем у грецкого ореха. На этом все. Сажайте черные орехи. Лечебное дерево и древесина прекрасная, красная древесина у него. Всем успехов!